Сегодня начал работу новый официальный сайт правительства России. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Среди нововведений сайта – библиотека, в которой можно быстро найти все архивные данные по решениям, законопроектам правительства, по работе министров, премьера и его заместителей. Кроме того, с главной страницы сайта в один клик доступны базовые документы стратегического планирования, в том числе основные направления деятельности правительства на период до 2018 года, государственные программы, планы мероприятий по достижению целевых показателей социально-экономического развития и другие важнейшие материалы и документы правительства. Открытие нового сайта приурочено к годовщине формирования Кабинета министров Дмитрия Медведева.